Первый полет бинарика на тестовой прошивке ArduPilot ArduPlane 4.1 бета. Первая недавно зарелизилась, и я решил ее испытать, потому что в скором времени мне потребуется Movlink Serial протокол, который есть только в 4.1 ветке. Также хочу проверить работу автоматических закрылок, флэпсов. Вот, я настроил, чтобы они автоматически выпускались при тейкофе. И там еще настроил функцию автоматического выпускания при от скорости. Проверю, как она работает по логам, и расскажу, покажу. Так, что еще? Да, пожалуй, и все. Забыл флешку одну взять, поэтому взлет снимать не смогу сбоку, со стороны. Только от первого лица, ну и диверка будет. Флешку придется поделить между камерой Action и курсовой камерой. Лучше курсовое видео запишу. Вот такое туманное утро, почти уже день, полдень сегодня у нас. Буду летать, пробовать.
что ж, первый облет бета-версии ArduPilot ArduPlane 4.1 прошел успешно. Нормально взлетел в режиме тейк-офф. Несмотря на то, что я откалибровал аксель-компас в помещении, причем в полетном контроллере прямо там, прямо в корпусе, не совсем идеально. Но по ощущениям маленько криво откалибровал, потому что он тянет вниз нос при полете. Пробовал его оттримировать, дать ему оттримироваться автоматически, но, по-моему, не оттримировался. Проверю по уровню еще установку полетного контроллера дома. Что еще? А, повезло очень, что низкие облака сегодня тут у нас. И впервые в жизни я полетал в облаках. Конечно, ощущения интересные, непередаваемые. Видео я еще покажу. Ну, жду не дождусь, когда уже получу свои DJI FPV очки, чтобы самому в полной мере насладиться, а не по записи. Вот. На этом все. Самолет, в принципе, облетан. На бета-прошивке полностью готов к установке DJI FPV системы, которая должна прийти со дня на день. И буду радовать вас новыми видео и себя радовать, что немаловажно. Вот такое вот было видео полета этого бинарика на высоту метров 500-600. Низко были облака. Если было интересно, ставь лайк, подписывайся на канал. До скорого. Пока-пока.